Вітаю, з вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій сьогоднішній гість – голова асоціації ОСББ міста Миколаєва Володимир Миколайчук. Вітаю. Вітаю. В Миколаєві на сьогоднішній момент создано чуть більше 600 ОСМД. Можете мене поправити, якщо я где-то ошибусь. Остання цифра там 630. Була. 600, ну, то есть более 600. Причому швидкий рост создания ОСМД наблюдався именно в прошлом году. 2016 весной. А причина всему этому была закон Украины 1565, который называется «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». Я не ошибся? Ну, чуть-чуть. 417. Данным законом была предусмотрена ликвидация ЖЭКов как институции, вот этой вот совковой такой, да, с 1 июля 2016 года. То есть до этого момента наблюдался как раз такой всплеск, насколько я помню, создания ОСМД. Почему? Потому что никто не знал, а что же будет после 1 июля 2016 года. Но, как иногда у нас, я так иронично говорю, иногда у нас в стране бывает, власть, видимо, испугалась столь быстрых шагов в реформировании вот этой институции, как институт жилья, и все это немножко спустилось на тормозах. До сегодняшнего дня конкурс не начал. Конкурс на владельцев, да? Выбор частных управителей. Да, частных управителей, он не начался. Нет, пока нет. А уже прошел год, даже чуть больше. И рост создания ОСМД замедлился. Что сейчас вообще происходит в этой сфере? Если говорить о тенденции, то рост замедлился по двум причинам. Первая причина – это, конечно, то, что местная власть не готова еще провести конкурс. Ну, насколько я знаю, по последним данным, то практически уже готова, и он, в принципе, вот-вот запустится, потому что там была проблема в договоре между управителем и департаментом ЖКХ, то есть организатором этого конкурса. То есть договор, который гарантировал бы права совладельца. Его должен был разработать еще и министерство профильное, Минрегионбуд. Но, к сожалению, он это дал на откуп местных властей. Договор, насколько я знаю, уже находится в проекте разработки, то есть в него все упирается, старт конкурса. Это одна из причин не стимуляции создания ОСМД. Вторая причина, это, конечно, наши социальные или политические заигрывания в вопросах жилья, а именно уменьшение тарифов, необходимых для содержания жилья. Я говорю о том, что приняли подомовый тариф, 1 марта, который вступил в этом году в силу, в котором даже отсутствует такое понятие, как текущий ремонт. То есть, в принципе, ЖЭК теперь не обязан вообще ссылаться на то, что он должен делать текущий ремонт. Он должен содержать сети, обслуживать и производить аварийный ремонт, и не более того. И это стало тоже одной из причин, почему ОСМД в этом году, рост ОСМД замедлился. Потому что в сравнении тарифов сегодняшних ОСМД, где согласно нормативной базе, они должны закладывать свою смету на содержание дома и статью расходов на текущий ремонт и накопление на капитальный ремонт, или так называемый резервный фонд. И у ЖЭКа таких обязанностей нет. А поэтому... вот, хорошо, а если, допустим, есть ли какие-то цифры, ну, хотя бы такие вот приблизительные, там, близкие к оригиналу, например, на сегодняшний момент, вот, тариф на содержание жилья ЖЭКовский, ну или квартплата, да, как это раньше называли, вот, и такой же тариф, допустим, в ОСМД. Понятно, что они не одинаковые. Да. Где-то ОСМД себе чуть больше, ну, кто помудрее, поумнее, они чуть больше сделали тариф для того, чтобы и вот этот резервный фонд был, наполнялся, да, вот, а кто-то там взял за основу, например, там, ЖЭКовский тариф и пытается там тащить на себе все негоразды и так далее. Вот какие-то цифры есть? Да, есть, конечно. Смотрите, по, ну, во-первых, по сайту горсовета, где опубликованы тарифы ЖЭКа, там можно самому провести какой-то анализ. Там средний тариф, если не ошибаюсь, сейчас 2,72. Но это средний. Средний, да. Я говорю о среднем. Есть, да. Максимум, есть 4,40 в новых домах, которые сдаются частным ЖЭКом, которые утверждены тем же горисполкомом.
а есть там и гривна 54. Ну, я не говорю о новых домах, старые. Я говорю о вот этом вот массиве 9 этажек. До 3 гривен, если так вот грубо сказать. Это Жековский. Да, это Жековский. Так. В ОСМД, конечно, подавляющее большинство тарифов от 3 гривен. Средний, если брать, потому что очень много смет я помогал составлять председателям ОСМД, это где-то 3,20-3,40. Вот в этих рамках он варьируется. Обусловлено это тем, что вместе с утверждением подомового тарифа поднялись услуги по обслуживанию лифтов в нашем городе. Они, в принципе, одни из больших во всей Украине, потому что мы сравнивали и ездил на семинары во многие областные центры, и у нас тарифы на лифты завышены. А с чем это связано? Это связано с тем, что так решил исполком. Так подавали эти расчеты наши лифтовые компании. И исполком утвердил еще в 2016 году новый тариф повышенный, и он вступил в силу в 1 марта этого года. Связано это, в моем понимании, с отсутствием, наверное, какой-то такой подавляющей конкуренции. Потому что, вот, допустим, мы с коллегами ездили на семинар энергоэффективности в город Луцк. У нас, в принципе, город Луцк впереди планеты всей по вопросам энергоэффективности Украины касательно жилья. То там у них средний тариф за обслуживание лифтов 650 гривен за месяц. У нас это 1300. Это то есть в два раза? В два раза. Это прилично. Это да. Несравнимое понятие. Они пошли по другому принципу. Они завели просто несколько лифтовых компаний, которые создали эту здоровую конкуренцию, и всем пришлось двигаться. Ну и все остались с работой в то же самое время. У них, конечно, нету таких решений, как у нас, что за счет города делается капитальный ремонт по лифтам, независимо от баланса, независимо от формы собственности дома жилого. У них, конечно, это все делается в основном ложится на плечи жильцов. Но у них, правда, тоже есть свои программы софинансирования, более скромные, чем у нас, но есть. Ну, то есть каждый город решает, в общем-то, по-своему. По-своему. Да, просто я помню, что, в начале этого года такая прошелестела, прозвучала очень громко, в самом начале, по-моему, в январе даже, такая новость о том, что некие греческие инвесторы, какая-то греческая компания собирается в Николаеве, ну, как бы предполагала построить какой-то очень крутой завод по выпуску лифтов. И все это заглохло. Да. Я просто себе сейчас, это просто мысль мгновенно пришла в голову, воспоминание, да, я подумал, что если бы этот завод у нас все-таки запустился, то, возможно, и содержание лифтов было бы, можно было бы снизить, потому что все-таки и лифты были бы здесь выпускались, и запчасти какие-то бы здесь были. Ну, я себе так подумал. Нет, это не так. Объясню почему. Потому что даже если бы этот завод запустился все-таки, ну, опять, эта мысль не ушла, ушли те инвесторы, которые предполагались первично. Ну, насколько я знаю, там, из достоверных источников. Но это не повлияло никак на цену содержания по лифтам. Лифты-то другого производства, другого производителя. К ним идут другие запчасти, другие технологии по обслуживанию. Логично, логично. Ну, я же говорю, это всего лишь мысль. Насколько проблемным вот, на сегодняшний день оказался переход жителей многоэтажных домов от ЖЭКов к ОСМД? Ну, если брать, ну, скажем так, вот я почему говорю, спрашиваю на сегодняшний день условно, потому что всегда существует некая эйфория на начальных этапах, а потом могут начаться проблемы, а могут не начаться. Вот. И я вот спрашиваю в контексте того, насколько много выявилось проблем вот тех домов, которые сейчас ОСМД. Ну, начнем... ну, скажем, за последний год или полтора. Я там, понял. Начнем ну, с самой вообще мысли основной. То самая большая проблема, с которой сталкиваются люди при создании ОСМД, и чего они больше всего боятся, это, естественно, техническое состояние дома на сегодняшний день. То есть наши законотворцы с сентября 2015 года убрали из законодательства норму, по которой бывший балансодержатель должен был привести в должное техническое состояние дом при передаче. Ну, то есть капитальный сегодня ремонт, так называемый, да? Да, ну, или текущий, или капитальный. На сегодняшний день такой нормы нет, поэтому жильцы знают, что они берут дом в том состоянии, в котором он есть. И дальше, на самом деле, все зависит от позиции самих жильцов, потому что основные решения, именно материальные, технические, там, глобальные для дома, принимаются жильцами на общих собраниях. И зависит, конечно, от уровня, наверное, грамотности и желания руководителя ОСМД, председателя, чаще всего это именно председатель, а не правление, как и легальный орган, и его способности сделать ряд шагов по улучшению состояния этого дома за какой-то, конечно, там, краткий период.
Вот именно это является основополагающим фактором в том вопросе, который вы задали. Сталкиваются ли ОСМД новые там при создании с проблемами или нет? Большинство домов, насколько я знаю, потому что я общаюсь, в принципе, с большинством председателей, справляются с этой проблемой, потому что, в принципе, изначально люди, когда создают ОСМД, ставили себе за цель что-то улучшить. Изменить, скорее, да? Изменить свои условия проживания в данном доме и его состояние в целом. То есть это стремление было основной целью. Есть, конечно, ряд домов, где... Ну, можно сказать, люди выбрали, может быть, не тех людей, не того председателя. То есть председатель думал, что он справится, в итоге он как-то не справляется. Хотя в таких ОСМД, даже в том меньшинстве, которое есть с проблемами, в большинстве из них все равно эта проблема решается. То есть находится человек в конечном итоге, который берет это все в свои руки и все равно этим занимается. Потому что, как говорится, отступать уже некуда. Обратной дороги ведь нет. Ну, я имею, знаете, есть еще такая штука под названием вот такое разочарование некое, да? Да, вот есть, конечно. Была эйфория, вот уговорили людей, показали, все красиво, проходит, ОСМД создали, взяли дом на баланс, даже я такие умные слова знаю, потому что я знаю, что есть, ну, есть случаи, когда ОСМД создается, но дом на баланс не передается. Он так и висит, потому что не урегулированы какие-то там ряд каких-то там вопросов проблемных и так далее. Но я имею в виду несколько другое. И вот проходит какое-то время, и люди чувствуют, вот что-то не то, ничего не меняется. Либо меняется слишком медленно, то есть вот эти завышенные ожидания, о которых мы все время говорим в плане политическом, да, но здесь не политика, здесь исключительно человеческий фактор. И вот наступает некое разочарование, и люди начинают роптать. Они начинают спрашивать, а что же поменялось? А может быть лучше было бы, если бы мы остались при ЖЭКе, мы же уже привыкли столько лет, десятками лет. Ну да, плохо, да, они ничего не делали или плохо делали, да, у нас трубы ржавые, но все-таки как-то мы привыкли там, ну пьяненькие слесари, ну ничего, заплатили десяточки, он что-то там сделал, а тут же все по-новому. А ничего не происходит. И вот исходя вот из подобных случаев, я уверен, что они есть, да, исходя из этих случаев, какие шаги, вот скажем, с точки зрения, вернее, не с точки зрения, а со стороны ассоциации, допустим, помощь какая-то, даже психологическая может быть нужна. Вот что-то происходит вообще? Психологическая, смотрите, помощь, те, которые к нам обращаются, всегда советую молодым или юным председателям, так называемым, в первую очередь составить план действий. Вот вы взяли дом на баланс. Вы должны его сами продефектовать. То есть вы должны пройти весь дом и понять все проблемы, которые у него есть на сегодняшний день. И составить себе таблицу приоритетов. То есть что в вашем доме нужно делать в первую очередь и далее поэтапно. Говоря в общем, эта эйфория, о которой вы говорите, она как раз из-за тех завышенных ожиданий, о которых вы говорили. То есть люди, взяв дом на баланс в управление ОСМД, они ожидают, что там за первые 2 года случится то, что ЖЭК не делал там последние 20 или 30. Ну, это нереально. Люди должны понимать, ну, с чего это сделать. Ассоциация, если вы говорите о помощи, мы в свое время разработали как раз. Это программа 90 на 10, мы ее соавторы. То есть это наша... Программа софинансирования. Да, программа софинансирования 90 на 10, которую уже знают многие, я думаю, и ОСМД, и вообще жители города. Она уникальна в нашей стране, в принципе. То те председатели, которые просторопнее, они, конечно, ею пользуются, потому что у них есть шанс за 2 года сделать то, что, в принципе, невозможно было бы сделать вообще, потому что город не ограничивает их ни в выборе капитального ремонта, ни в его сумме. Там есть ряд определенных ограничений именно в порядке сбора документов, подачи документов и участия в самой программе, но это не создает никаких, в принципе, проблем возможных. То совет очень простой. Пользоваться этими программами, потому что это то, за что можно сделать те свершения в доме, которые на которые жильцы сами не способны. И на которые точно не способен ЖЭК. А были ли у нас случаи такие вот в городе, ну, связанные с ОСМД, где, например, ну, скажем, председатель или бухгалтер, если он там есть, да, были уличены, ну, в банальном воровстве, да, денег жильцов? Ну, люди есть люди. Ну, понятно, даже... я же говорю, человеческий фактор, да, никогда никто не отменял. Да, да, никто не отменял и никогда не исключается. Но вот в связи с этим тоже ведь может наступить некое разочарование. Вот может, выбрали, конечно, ведь, да, люди председателя, а он может показал, а потом оказался банальным воришкой. Может. У нас 2 разочарования, которые вот люди себе сами закладывают еще до принятия решения, создавать ОСМД или нет. Первое — это на нас наберут кредитов на наши квартиры.
Второе разочарование – это нас обворуют. То есть председатель там, или бухгалтер, или правление в целом. Ну, это сказать, не разочарование, а боязнь. Да, боязнь, страхи. Что люди просто создают это для какого-то корыстного интереса. Но с первым все просто, с кредитами. Те кредиты вообще, которые может получить ОСМД, это только по программе энергоэффективности государственной. Но с ними в чем суть? Там нет залогового имущества. Там же основная гарантия – это компенсации. Когда выдается кредит на термомодернизацию дома, то все зависит от компенсации. Компенсация государства, процентов со стороны города, процентов со стороны области или тела кредита на выбор кредитуемых. То тот остаток, который должны заплатить совладельцы на какой-то там период времени, ну, он не является под залог, не выдается ничего. То есть ни ОСМД в целом, ни квартир, ни каких-то помещений, никакого общего неделимого имущества. Это основной риск банков, которые участвуют в этой программе. То есть, если, не дай бог, конечно, ОСМД обанкротится в этот период оплаты этого кредита, претензии предъявить будет некому. Второе разочарование, ну или вторая боязнь, это по вопросам председателей и бухгалтеров, которые могут там сыграть меркантильный какой-то свой интерес. Во-первых, чаще всего по тенденции председатель выбирает из ряда своих же жильцов, либо совладельцев в этом доме. То есть, тут фактор воровства, ну, я не знаю, это очень маловероятен, потому что, ну, этот человек живет под контролем постоянно, он с этими людьми живет в одном доме. Хотя присутствуют такие варианты. Честно признаюсь, у нас есть единицы в нашем городе, да и в любом, в принципе, я думаю, в городе, в котором действительно присутствует аферизм. Ну, то есть единицы, а не десятки и сотни, и это уже хорошо. На фоне 630 домов это как бы можно считать исключением из правил. Да, это исключение. Не так давно была принята, как это правильно сказать, наверное, программа Департаментом энергоэффективности городского совета о термомодернизации домов. То есть некий свод правил, да? То есть привести, да, насколько я понимаю, порядок. Порядок, да, порядок. Порядок правил, да? Или правила порядка. Как угодно можно переставить. То есть все дома многоэтажные, которые должны быть утеплены, то есть внешняя изоляция должны быть приведены по единому образцу, это все должно быть, да? А как это может выглядеть, ну, на самом деле? Как это может быть воплощено в жизнь на самом деле? Потому что создать правила – это одно, воплотить их – другое, но есть еще и третья сторона. Это, например, те люди, которые уже, вот эта лоскутная теплоизоляция, которую мы видим, да, ходя по улицам каждый день, там куски какие-то там выкрашены в один цвет, там другой цвет, ну, в общем, все это жутковато смотрится. Что с этим делать? Смотрите, я вас чуть поправлю. Во-первых, не была принята программа, готовится проект решения. Хорошо. Который еще будет, я так понимаю, проходить и доработку, и обсуждение. Тем более на самом сайте привлекает к обсуждению как и частных предпринимателей, так и всех людей, которые в этом процессе будут либо участвовать, либо в нем что-то понимают. То есть там это пока просто объявление. Во-вторых, как это может быть? Это может быть, что установят определенные нормы на уровне местного самоуправления, по которым будут термомодернизировать дома уже в комплексе. То есть не латочный какой-то такой или лоскутный, как вы привели пример, процесс утепления наших жилищ, а именно комплексный подход ко всему. Я был недавно на семинаре по энергоэффективности в Луцке, то там, конечно, местная власть пока тоже находится в проекте разработки такого порядка, но, по крайней мере, у них есть единое видение у городского совета и у ассоциации местной ОСМД, и у представителей тех же жилищно-эксплуатационных предприятий, как это должно происходить в комплексе. То есть, если они сейчас вот делают вот утепление домов или термомодернизацию, то это только комплексное. То же самое и вот этот порядок будет предусматривать, что будет единый подход для всех, утвержденный в нашем городе. Как быть с лоскутными? В тех домах, которые, допустим, участвовали, вот в Луцке, пример опять-таки привожу, которые участвовали в этой программе по энергоэффективности, у них местной такой нету департамента, как у нас, они участвуют в общегосударственной. То есть, если простыми словами, берут тепловой кредит на комплексную термомодернизацию дома, то те квартиры, которые были утеплены, в большинстве случаев подлежали демонтажу. И потом дом утеплялся комплексно, единообразно, то есть с демонтажом тех более тонких слоев утеплителя, которые по нормам не подходили для данного
строение. Плюс у них подход был, заключался в том, в Луцке, я имею в виду, что без комплексной термомодернизации не было смысла за это браться. То есть одно утепление мало. Нужно утеплить и техэтаж, и подвалы, заменить часть коммуникаций, которые несут теплопотери, установить индивидуальный тепловой пункт, который будет регулировать в зависимости от погоды, так называемый погодный регулятор, подачу теплоносителя, заменить подъездные окна. Даже есть прецеденты, когда в городах меняли окна в домах, точнее, в некоторых городах меняли окна самих жильцов комплексно. То есть это все входило в один проект. То есть, по идее, этот порядок, который собирается утвердить в нашем городе, будет приведен именно к этому. Комплексному и единообразному подходу. Но я хорошо, но сразу... Да, я собирался ответить на второй сразу вопрос. Сразу же, да, возникает вопрос, который собственно, возникает. Да, что подспудно. Делать людям, которые уже утеплились? Это одна часть, а вторая часть, это, собственно, а за чей счет банкет? Ну. Вот принимается, допустим, мы предполагаем, что такие правила примутся. С какими-то там вариациями и так далее, но в конце концов их примут. Вот у нас в городе, да? Но там должно быть прописано, кто будет оплачивать вот эту комплексную энергомодернизацию дома. Мы опускаем пока вот лоскутное, да, вот полностью. Вот есть лоскутное, нет лоскутного. Нам, допустим, жильцам скажут, неважно, вот у вас где-то там кто-то в частном порядке себе когда-то утеплил, ну, внешнюю изоляцию, да, покрасил в разные цвета, там салатненький, там розовенький, там желтенький, там еще какой-то, серым оставили и так далее. А теперь это все не пойдет. Значит, нужно полностью стены все изолировать, закрасить все одним цветом. Мало того, чтобы дом был действительно энергоэффективен, да, нужно поменять двери, нужно утеплить чердак, нужно утеплить подвал, нужно поменять то, нужно поменять все. Тут же возникает вопрос, за чей счет? То есть, если людям, я просто предполагаю, так скажут, что, уважаемые жильцы, это ваш дом, неважно, ОСМД или ЖЭК, это ваш дом, это ваше жилье, пожалуйста, берите кредиты или там вытаскивайте деньги из своих карманов, но я не знаю, во что это может превратиться. Опять же, если это, чем дальше это будет, опять немножко проецируя на политические процессы, а у нас все же на политике завязано, на местной, либо на государственной, то я не знаю, примут ли эти правила, тем более, если их будут тянуть ближе к выборам. Не, Игорь, это вы уже, конечно, драматизируете. Да, это я уже загнул, да. Но тем не менее, смотрите, вот такие мысли. По департаменту я, конечно, не готов уверенно это сказать, но уверенно могу сказать, что у департамента есть свой бюджет. И на этот год, если я не ошибаюсь, он там до 90 миллионов гривен. Поэтому я так по логике понимаю, что те объекты, которые будет инициировать именно департамент энергоэффективности, он но будет все эти дома не модернизируют, да, все он равно. Он будет как раз утеплять. Но это первый год, когда он существует. Это первое принятие для него бюджета. Я так думаю, на следующий год будут подавать намного больше по сумме. Тем более у нас доходная часть бюджета города в следующем году ожидается больше. То департамент энергоэффективности, те объекты, которые будет инициировать по своему усмотрению, я так понимаю, будет со своего бюджета как раз и оплачивать. Либо частично, возможно, да. То, что касается просто жилых домов, которые ну, не будет иметь к этому никакого отношения, то тут надо понимать, что вообще они по умолчанию могут участвовать в этой государственной программе. Она будет предусматривать единый проект для всех. И есть два варианта, которые вот сталкиваются в Украине, с которыми я лично сталкивался. Первый вариант – это демонтаж существующих систем, потому что, в принципе, они к энергоэффективности не имеют никакого отношения. Люди на свое усмотрение просто лепят этот пенопласт, назовем это простыми словами. А на самом деле они не думают о последствиях, о возникновении грибка, о точке росы так называемой. То есть они это все не соблюдают. Сам проект, который будет по программе энергоэффективности, все эти моменты предусматривает. И толщина, естественно, утеплителя будет другая. У нас по нормам именно на юг Украины он должен быть утеплитель не менее чем, если речь о пенопласте, не менее чем 8 сантиметров. То есть, а у нас все пятерку в основном ставят. Потому что дешевле. Один вариант – это будет комплексный демонтаж этих пятен или лоскутков, и потом комплексное утепление уже целого дома. Тут, конечно, люди в какой-то мере заплатят дважды. Но опять-таки, учитывая тот ряд компенсаций, которые гарантируют и государство, и город, и область, и компенсация по процентам, то есть программа в комплексе. Ну, я так понимаю, люди, во-первых, не смогут высчитать, сколько они переплатили второй раз. Ну, это, конечно, мизерная сумма. Второй вариант, были такие случаи, когда люди упирались, особенно когда, знаете, была большая часть уже поклеена, там даже этих лоскутков или там больших лоскутков комплексных. Есть вариант наслоения, конечно, теплоносителя, но он, ну, опасный. То есть сама по себе технология наслоения предусматривает, что рано или поздно он вполне может и отслоиться обратно. То есть люди, да, шли на такие шаги, но это редкость. И это, чаще, и это да, риск. Да, это риск большой.
То есть, да, можно дорастить, конечно, до нормы по проекту, чтобы все было единообразно, но вы у себя сами можете заложить мину замедленного действия. Поэтому чаще всего это демонтаж. Окей. Ну, остается только надеяться на то, что все-таки единое правило вообще благоустройства, и в том числе и энергомодернизации наших жилых домов, все-таки появится. Опять же, существует надежда на то, что жильцы наши многострадальные, если можно так сказать, не сильно пострадают финансово, да, а если и пострадают, то не сильно, вот такой каламбур. Ну, а вам спасибо большое за участие в программе «Похфактум». Я спасибо с вами прощаюсь. С вами был Игорь Пох, программа «Похфактум». До встречи.